Едет моя белочка золотая. А кто поедет сейчас домой? Мы тебе маму нашли. Ты мой сладкий. Ты мой хороший. Ты мой золотой. Сейчас поедем домой. Мам, встречай. Встречай, мам. Сейчас я немножко причесусь и приеду к тебе. Да. Собирайся. А то? Вот и ты домой сейчас поедешь, да? Да. Мы же тебе обещали. Да, и ты поедешь домой. Ты мой целовательный котенок. Ты мой целовательный ребенок. Что это за умняшечка? Да. Что это за умняшечка? Такая маленькая. Кросочка. Маленькая. Последняя осталась. Я твоя мама ждет. Совсем рядышком. Да? Ты меня хорошая. Пока, мой золотой, пока. Присылай нам фотки. Да. Фотки нам присылай. Скучать будем по тебе. Сейчас ждем Алинку. Алинка приедет и поедем домой к маме к твоей. Что? Ты хороший такой. Что? Да что? Разговорчивый ребенок. Она любит поговорить. Да? Да, скажи, поговорить люблю. Да, что ты мне хочешь сказать? Что ты мне хочешь сказать? Спать ты хочешь? Вот что ты хочешь сказать. Сейчас домой поедешь, дома будешь спать. Сегодня ты будешь спать не одна. Да, ты будешь спать у себя дома. Угу. Чудо расчудесное. Спит оно. Спит оно, мурчит оно. Ты что, спать улеглась? Сейчас домой поедем. Пузень какой наела, Пузень-то какой наела. Пузень какой. Ой, какой пузяка. Алинке сейчас поедешь. А, как ты хотел, на седьмом этаже будешь жить. Это тебе не на первом. Проходите. Здравствуйте, мой зимой. Проходите. Ну вот, вот привет, мама. Привет, она будет ночевать сегодня дома. Она у нас Лея будет. Лея? Ну, классно. Здрасте. Она похожа на Лею. Ты будешь Лея? Лея будет. Он сердечко стучит, боится. Она в лифте ехала, испугалась двери, поэтому сказала, страшно мне, да. Так, это... Приданная. Это приданная, это наполнитель. Алина, давай, к которому она привыкла. У меня вопрос. А вот ей куда поставить этот самый лоток сейчас? Вы вначале вот где она будет у вас, ну, чтобы она поняла, где. Чтобы, да, да, она квартиру уже не знает, да. Вот этот насыпь, она на него хорошо реагирует. Она прям в кафе одна, сама ориентировалась. Животных у нас нет, детей маленьких нет. Таскать тебя никто не будет. Нет, она такая воскучная. Ой, ты, Господи, да я вижу. Красотка. Сейчас она быстро освоится.